Спорту, как и любви, покорны все возрасты. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» в Видном собрались любители скандинавской ходьбы. Зал Дома культуры был полон. Помимо видновчан, здесь присутствовали делегации из других городов Подмосковья. Открыл мероприятие глава Ленинского района Валерий Венцель. Он подчеркнул, что этот вид спорта активно развивается в муниципалитете. Я уверен, что вот помимо пяти групп, которые у нас существуют по скандинавской ходьбе в Ленинском муниципальном районе, наши поселения прирастут еще, потому что действительно из года в год появляется больше и больше участников, люди вовлекаются, а вот такие открытые уроки, вот такие мероприятия, они еще больше призывают людей, показывают, насколько это важно быть активным и физическим здоровым. Губернатор Московской области назначил региональным куратором проекта «Старшее поколение» многократную чемпионку Европы по фигурному катанию и олимпийского призера, а ныне депутата Московской областной думы Ирину Слуцкую. Она рассказала о том, как сама стала заниматься скандинавской ходьбой несколько лет назад, после чего на сцену вышла врач-кардиолог с лекцией об активном и здоровом образе жизни. А чтобы подтвердить теорию практикой, все собравшиеся вышли на улицу, где в Центральном парке уже все было готово для проведения мастер-класса под руководством профессиональных инструкторов, которые заранее ознакомились с маршрутом. Здесь трасса небольшая, рассчитанная, адаптированная на разных людей, потому что здесь есть и люди, которые ходят давно и тренированные, есть новички, вот, которым не нужно давать сильную нагрузку сразу. Скандинавская ходьба – один из самых наименее травмоопасных видов спорта. Однако в нем задействовано до 90% мышц тела, а значит, очень важна правильная техника и разминка перед занятиями. И действительно, становится народу все больше и больше. Если раньше было, скажем так, много таких зевак, то сейчас люди уже конкретно идут с конкретными целями, понимая, что они хотят. И после этого, что очень отрадно, они продолжают заниматься, не прекращают, потому что польза действительно неоспоримая, и польза уже доказана. Это и нормализация уровня сахара в крови, и нормализация артериального давления. Делегация клуба «Здоровый образ жизни» специально приехала на мастер-класс из города Домодедово. Мы ходим всегда, мы даже ездим на соревнования во все города, везде бываем, занимаем всегда первое место. Я вообще-то скандинавские палки имею 3 года назад, но в принципе, как в последнее время, я очень-очень мало хожу, как бы одно неудобно, а компании нет. И поэтому я решила, думаю, может, я сейчас уже неправильно буду ходить, мне надо все посмотреть изначально. И будем заниматься. Как известно, в Видном тоже есть несколько клубов, в которых занимаются этим видом спорта. Один из них при Центре социального обслуживания «Вера». Мы все больше и больше привлекаем людей старшего поколения к активному долголетию. Они двигаются, ходят с палочками, получают массу хороших впечатлений, ну и, конечно, крепкое здоровье. Кроме укрепления здоровья, подобные мероприятия – отличный повод пообщаться и провести время на свежем воздухе. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.